Национальный колорит царил и на 54-м участке Карачаевска. Чем удивили избиратели, расскажет Майя Хамдохова. На 54-м избирательном участке в Карачаевске, расположенном в стенах 5-й школы, царила особая атмосфера. Глубокие традиции и национальный колорит региона были ярко выражены в каждом элементе мероприятия. Голосующие пришли на выборы, а попали на настоящий праздник. Специальным гостем мероприятия стал участник СВО Курман Чачуев. Его присутствие добавило значимости событию, ведь он стал символом стойкости и патриотизма, олицетворяющим благородство духа народа. Как важно для вас самого и для других жителей города прийти проголосовать сегодня на выборы? Это должен каждого гражданина Российской Федерации. Мы должны стремиться к лучшему. Жизнь без войны. Все, чтобы было у них хорошо. Чтобы жили мирной жизнью, самое главное. И обязательно приходить на выборы, голосовать, да, выбирать лучших. Выборы в Карачаевске стали не только формой голосования, но и демонстрацией культурного наследия карачаевского народа. Во дворе школы развернулась выставка декоративно-прикладного искусства. Звучали мелодии местных исполнителей. Молодые ребята устроили любительское состязание по армрестлингу. Ну а для самых маленьких гостей устроили настоящее гастрономическое наслаждение. Гостей угощали традиционными блюдами. Без подарка не остался никто. Ведь на выборы пришли и многодетные семьи, для которых очень важно, какое будущее ждет их детей и жителей города. С каждым разом, выбирая депутатов и кандидатов всех, мы верим в лучшее, верим в будущее. В лучшее будущее для себя, для наших детей, для потрясающего поколения. А вот, может, к вам вопрос, как к главе семьи. Вы своим детям рассказываете, почему нужно ходить на выборы? Да, так как я являюсь тоже членом комиссии, тем более они уже знают, что папа работает там, где выбирают кандидатов для того, чтобы жизнь вот таких вот, начиная с наших маленьких, была лучше. Красочные выборы прошли и в поселке Правокубанский. Современные танцы и песни для детей. Поздравления от Чебурашки, главного талисмана Олимпийской сборной России. Плюс к этому много подарков и угощений. 146-й избирательный участок отличился необычными презентами для избирателей. Памятные фотографии участников в момент голосования, из которых получился фотоальбом с кружкой в тематическом оформлении. Здесь очень активно проходят выборы. То есть здесь жители не дают нам сидеть. Сегодня, например, у нас было более 15 бабушек. Вот прям бабушек. Мы были очень рады, что вообще столько они есть. Они пришли довольные, проголосовали. А также сегодня у нас была и концертная программа, которая расписана уже на 3 дня. И в связи с этим категория людей не ограничена у нас. Каждый выбор создает наше будущее, говорят гости более старшего поколения. Мы хотим достойного кандидата за достойное будущее. Майя Хамдохова, Али Бастана, Вести, Карачаево, Черкесия.